Всем привет! Сегодня 10 августа 2021 года. Иду Никольским проливом в одиночку. Ну, вдвоем мы. Я и Агнета. Идем в Ялгубу забирать детишек из похода. Детишек детской парусной школы. Сейчас начало 12-го. Я отсюда, наверное, еще чуть больше часа. Ветер где-то 8-11 метров в секунду. Сейчас включил еще двигатель для подстраховки. Вот, сам отшвартовался, поставил паруса. Прошел мимо регата адвокат, помахал рукой. Туман. Видимость колеблется от 1 километра вот, на прояснение до 2 километров. А так все хорошо. Тренировка такая зачетная получается. Всем хорошего дня. Ялгубы, подходим, уже полный бейдевинт, просто восторг, летим, покачиваемся плавно на волнах, очень драйвово, хорошо, удовольствие просто неописуемое, просто полный кайф, классно, всем хорошего дня.